сегодня вы увидите. Да что тебе надо? Я тебе аккаунт скинул и все, давай, бомж. Ну что так долго? Давай, ты что там рожаешь? О, какой ты долгий. Все, все, я тебе платил, все. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я куплю очень крутой аккаунт с ножом бабочкой за 100 рублей у школьника. Это вышло очень весело, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и всем вам удачного просмотра. Поехали! Доели стандартные скины в Stand Off 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, привет, ты продавец аккаунтов? Да, я продавец аккаунтов. Слушай, а это правда, что у тебя есть нож-бабочка, как ты мне писал в ВК? Ну да. Блин, а сколько стоит? 5к, но если ты меня выиграешь в дуэли, я тебе скидочку сделаю. Да? О, так погнали. Mm. Блин, это круто. Погнали. Слушай, продавец аккаунтов, а до скольки мы играем? До 3. В смысле до 3? Давай хоть до 5, ты гонишь, до 3 это что-то вообще очень мало. Нет, я же скидку делаю, а не ты. Давай до 3. Ну блин, ну ладно, давай до 3, но это как-то очень странно. Я не знаю, как мы сможем с тобой проверить наш скилл, если мы играем всего лишь до 3. Ну ладно, что, играем только боитёмка? Ну конечно. Окей. Ты как оплачивать будешь? Оплачивать? Ну я не знаю. Ну давай уже, наверное, мы сыграем хотя бы до 3, как ты говоришь, потом уже поговорим про оплату. А то как-то ты сильно рано говоришь про оплату. Да, нормально. Слушай, а откуда у тебя вообще нож бабочка? Мне просто интересно. Просто я думал, да, что его еще не добавили в игру. Да, у меня есть читы, и там есть, короче, мне друг скинул чит-код. И я могу теперь выдавать себе на аккаунт ножи бабочки. О, вот фига себе. Так. Так, ну ничего, слушай, ты еще неплохо играешь, как я смотрю, да? Не хочешь скидку ну делать? Да. То есть у нас получается сейчас битва за скидку, правильно? Ну да. Если я тебя убиваю, я получаю скидку. Если я тебя не убиваю, я скидку не получаю. Да. О, убил. Опа! 1-0. Чего? Так, пока что все ну, хорошо. Ладно. 1-0, я побеждаю. Так, играем ровно до 3. Это, наверное, самая короткая дуэль моей жизни. Слушай, а сколько скидка будет, если я тебя выиграю? Ну, 4900 где-то. Скидка или цена, подожди? Скидка. В смысле, то есть цена будет 100 рублей? Вместо ну, 5000 да, мне рублей? Жалко. Да. Фига себе. Ну, блин, это спасибо тебе, что ты такой добрый. Ой. 2-0. Так, ну, как я понимаю, блин, походу, нож бабочка будет моим, правильно? Ну, походу, да. 2-0. Как оплачивать будешь? Блин, такие я получу, я не знаю, что ты уже спрашиваешь про плату. Знаешь, для меня так странно, а почему ты для меня сделал такую огромную скидку? Прям 4900 из 5000. Ну, камон, это прям, это почти всю сумму скинул. Ну, у меня этих ножей бабочек миллионы на аккаунтах. А, поэтому ты мне скинул 4900 прям, да? Ну окей, спасибо ну, да, тебе. Спасибо. Слушай, а ты же не кидок, надеюсь? Нет, не кидок. Ну, то есть, все честно, да? То есть, конечно, ты даже готов поклясться туалетной бумагой, то что ты не кидок, правильно? Да. Все, 3-0. Все, давай, окей. Давай, окей. 100 рублей, и ты мне кидаешь нож... Подожди, а скинь мне скриншот хотя бы ножа бабочки. Вдруг тебя его вообще нету. Давай, жду скриншот. Хорошо, сейчас в ДС скину. Давай, давай, давай. Так. Все скину. Сейчас чекну. Ого, это реально нож бабочка у тебя есть? Ну да. Блин, чё, не офигеть, верю? Вот это круто, я в шоке. Реально нож бабочка. Да. Блин, ну чё, ну ладно, я тебе тогда верю. Ты тогда точно не кидок. Давай тогда пиши свой киви. Сейчас буду переводить. Хорошо, ща. Так. Ага, оплатить. Вставь. Ну, боже, ну ты точно не кидок, правильно? То есть я получу аккаунт с ножом бабочкой. Все, окей, договорились. Да, да. Так. Все, все, я тебе оплатил. Все. О, пиши мне логин и пароль.
Хорошо, сейчас напишу. Давай, давай, давай. Только ты, пожалуйста, из Дискорда после этого не ливаешь. Надеюсь, ты, ну, нормальный человек, а не засранец, ну, да, какой-то. Ты все-таки, ну, продавец аккаунтов. Да. Все написал. Так, ну окей. Тогда сейчас проверю. Ну чё так долго? Давай, ты чё там рожаешь? Да не, я захожу, подожди, буквально одна минута и сейчас зайду. Да ты чё тупой? Давай заходи быстрее. Да я не тупой, чё ты обзываешься? Ща, подожди. Ща уже идет загрузка данных пользователя. Буквально 3 секунды, и я захожу в свой аккаунт с ножом бабочкой. Все правильно ж? О, все, да, зашел. Да, да, да. Первый левел. Подожди, а где наш бабочка? Я тебя, короче, наебал, давай. Алло? Короче, ребята, ваш Кент ПК за 100 рублей купил себе аккаунт первого уровня, в котором ничего нету. Ну и, конечно же, этот школьник меня просто обманул. Так, ребят, давайте мы его наберем еще раз, потому что он тупо кинул трубку. Сейчас. Так. Алло, ты тут? Да что тебе надо? Я тебе аккаунт скинул и все, давай, бомж. В смысле? Пока. В смысле, бомж? Алло, тут ножа бабочки нету. Офигеть, купил аккаунт, и еще и продавец на меня накричал. Вообще, нормальный продавец, да? Ладно, ребят, все мы знали изначально, то, что это обычный школьник. Мне просто было интересно, как он меня разведет. Поэтому, кому нравится вот такая вот проверка, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был обманутый Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.